Письмо для сеньора Хулио. Спасибо. Тревога. Вы забыли чаевые. Да ладно. Я настаиваю. Они на столике у ванны. Здравствуйте, 47-й. Еще одно задание из Миссисипи. Марго Леблан недавно вышла замуж за главаря группировки «Синие когти». Их брак уже зарегистрирован, однако они устраивают частную церемонию для друзей и родственников. Ваши цели – жених и отец невесты. Сама невеста не должна пострадать ни при каких обстоятельствах. После этой миссии мы, возможно, вытащим вас обратно в цивилизацию. Ну ты, блин, мой. Что случилось?
Черт! Она мертва! Частные владения. История закончится здесь. Чья история? 47-го. Я ждал этого дня очень-очень давно. Это его похороны? О, да. Так вы же упустили его в Миссисипи? Нет. Мы были близко, но он ускользнул. Он знал, что мы его ищем.
пустился в бега. Но куда? А куда все идут, чтобы бросить последний отчаянный вызов Фортуне? Рада вернуться к цивилизации 47-й. Я не скучал. У меня были кое-какие дела. Миссии на болотах обеспечили нам передышку, но ситуация ухудшается с каждой секундой. Мы продолжаем терять агентов. Вы получили задание? Еще вчера. Смотрю на фотографии. Мохаммед бин Фейзель Аль-Халифа, его ученый Тарик Абдул-Латиф и Хендрик Шмутц из Южной Африки. Интересное трио. Меня тревожит упоминание ДНК. Возможно, они связаны с группой, что пытается нас уничтожить. Добро пожаловать в Лас-Вегас, 47-й. Борец за чистоту белой расы из ЮАР по имени Хендрик Шмутц пытается продать ДНК и научные отчеты богатому саудовскому шейху Мохаммеду бин Фейзель Аль-Халифа. Шейх работает на некую сторону, однако мы не знаем, на кого именно. Наш клиент хочет принудить их играть в открытую, сорвав грядущую сделку. У вас три цели. Африканер, шейх и ученый шейха, который прибудет, чтобы проверить подлинность материалов. За последнее время мы потеряли немало агентов 47-й. Сейчас любая миссия может оказаться с подвохом. Новость последнего часа. Исполняющий обязанности директора ФБР Лоуренс Гринли. Добро. На меня забронирован номер. Фамилия Кропс. Секундочку. Точно. Вот ваша ключ-карта. У нас изменился принцип работы ключей и карт. Теперь они дают доступ только на ваш этаж. Хорошо. Отлично. От имени отеля и казино «Шамаль» я желаю вам приятного...
Все кончено, 47-й. Я закрываю лавочку на своей стороне. Это ваше последнее задание. Цели две. Ванна Кэтлин, бывшая цирковая актриса из Румынии, ныне являющаяся крупным игроком на сером рынке планеты, и агент ЦРУ, работающий на обе стороны. Кэтлин устраивает костюмированную вечеринку в клубе «Акулы». Агент ЦРУ прибудет туда для заключения сделки. Даже если это задание не засада, вас там наверняка будут ждать. Вы наш единственный уцелевший агент, 47-й. Найдите того, кто все это время преследовал нас. Уберите обе цели, а также всех, кто покусится на вас, и скройтесь в машине, которая будет ждать вас в гараже. Вы очень эффективный агент. Мне было приятно работать с вами. Надеюсь, вам повезет в будущем. Агент ЦРУ намерен передать высокотехнологичное оружие устроителю вечера. Уничтожьте обоих. Еще что-нибудь? Там наверняка будет полно враждебных агентов. Вам известно, кто они? Их услуги оплачивает франчайз. Франчайз. Это группа Парчетца. Какое у них здесь дело? Думаю, что вы. Мы с вами все, что осталось от агентства 47-й. И мне долго не протянуть. Жаль слышать. Моя оплата уже переведена? Даже больше обычной. Я разделила с вами остатки ресурсов агентства. Удачи, 47-й. Мы с вами здорово поработали. И вам удачи. Ты что, могильщик? Отвали! Это частная костюмированная вечеринка, сэр. Костюмированная вечеринка, что не ясно? Вход только в костюмах. Thank you.
Будь я термосом, где бы я...
47. Вот мы и встретились. Лучший убийца мира и его главный соперник. Только лучший уйдет отсюда живым. Комната звукоизолирована, так что нам не помешают. Ваше оружие лежит около дивана. Вооружитесь как следует, мой мутировавший визави, и мы начнем битву. Как пожелаете.
47-й! Ай! Это ж я! Я! Хорош, это я, парень! Все путем! Что ты здесь делаешь? Ты! Успокойся, прошу! Ты моя единственная надежда. Больше никого нет. Единственная надежда на что? Они хотят убить президента. Чтобы его не переизбрали, он узаконит клонирование, сорвет их планы. Кто они? Ты знаешь их. Они уже делают клонов. Хотят оставить технологию при себе. Пусть оставляют. Я не играю в политику. Лучше скажи мне, почему я не должен пустить тебе пулю в башку? У меня есть миллионы. Много алмазов, красные кейсы, стоят миллионы. Все твои. Что надо сделать? Они хотят убрать президента через 3 дня в Белом доме. Проберись туда, защити его, уничтожь киллеров. Покажи деньги. Слава богу. Вот кое-что. Остальное получишь потом. Что скажешь? Я выйду на связь и скажу, куда перевести остальные деньги авансом. И как передать мне детали задания. Но где тогда гарантии? Если ты сдержишь слово, я выполню работу. Если нет, то деньги тебе не понадобятся.